الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم, يوم, يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي براتي السيوستر ما продолжаем наши занятия посвященные вопросам идеологии и убеждений Ранее мы говорили о доказательствах единобожия в созидательстве и единобожия в господстве. И на этом занятии должны были бы разобрать доказательства из откровения. Доказательства единобожия в созидательстве и доказательства единобожия в господстве из откровения. Но прежде чем приступить к этой теме, необходимо коснуться одного очень важного вопроса. Дело в том, что мусульманские течения, мусульманские школы, идеологические школы столкнулись с рядом проблем в этих вопросах. Несмотря на то, что единобожие в созидательстве и единобожие в господстве является неопровержимой истиной для всех мусульман без исключения, то есть все мусульмане признают эти виды единобожия, несмотря на это в толковании их они столкнулись с некоторыми проблемами. В частности, говоря о том, что Бог является единственным Творцом, единственным Созидателем, и нет никого другого, кто созидал бы, кто творил бы, кто совершал бы что-либо. Говоря об этом, мы задаемся вопросом, рядом вопросов. В первую очередь мы видим, что какие-то... Явления, какие-то события являют, влияют и с нашей точки зрения, как нам кажется, являются причиной каких-то других явлений, каких-то других событий. То есть мы видим, что одно событие влияет на другое событие. Например, мы видим, как наши иные действия создают какие-то последствия. Например, мы можем включить свет, отключить его и множество других действий совершит, которые приведут к каким-либо последствиям, каким-либо следствиям. Это первое и очень важное сомнение, с которым человек может столкнуться при обсуждении вопроса о единобожии созидательстве. Так как единобожие в созидательстве утверждает, что все это происходит по воле Бога. То есть Он единый совершает все это. Он единственный, кто является причиной всех событий, всего того, что происходит. И это сомнение может вызвать недоверие к, этим, к этому утверждению. Это сомнение может посеять сомнение относительно единобожия в Созидательстве. Но дело в том, что согласно доводам разума, мы ранее говорили об этом, говорили о том, что разум подсказывает нам, что он един в созидательстве, он единственный творец и созидатель. И мы это доказали посредством разума, мы говорили, говорили о том, что он единственный не нуждающийся, он единственный самодостаточный. А раз он един самодостаточности, то значит, то есть, другими словами, Он един как Бог, то значит, все остальное является нуждающимся, является возможным, не является необходимым, как Он, как Бог. А раз все остальное является возможным, а это означает, что все остальное является нуждающимся, и даже более того, если говорить более точно, все остальное состоит из нужды. Суть всего остального – это нужда. А раз так, представьте себе абсолютную нужду. Представьте себе нечто, суть чего состоит из абсолютной нужды. Абсолютной безграничной нужды. Представьте себе нечто, которое не обладает вообще ничем, не имеет вообще ничего. И для того чтобы иметь что-то -то, то или иное. Мы опять-таки говорим не о имуществе, мы не говорим о каких-то дополнительных каких-то вещах, мы не говорим о том, что человек лишен машины дома или еще чего-то, одежды и так далее. Мы говорим о том, что он бытия своего лишен. Он лишен всего совершенно в экзистенциональном понимании. Экзистенционально он лишен всего, бытия лишен. О чем можно говорить, если мы говорим о тех вещах и существах, которые не имеют даже бытия? И чтобы обрести бытие, они нуждаются в другом. То есть должен быть Бог, который дарует им бытие. Таким образом, о чем может идти речь, когда мы говорим о возможных Сущностях, о возможных самостях, то есть о тех, кто вообще лишь лишен всего и во всем совершенно нуждается в ком-то другом, в самодостаточном. И мы доказывали это, мы приводили доказательства из разума. А раз так, значит во всем, во всех своих действиях, не только в возникновении, не только в бытии своем, но и во всех своих действиях без исключения, во всем, что он делает, во, во всем, что он совершает, и даже в своем бездействии он нуждается в ком-то другом, нуждается в Боге. А раз так, значит, все, что мы ему приписываем, все действия, которые ему приписываем, все поступки, которые мы ему приписываем, на самом причиной всех этих поступков на самом деле является кто-то другой, является тот самый единый Бог, который и даровал ему бытие и дальнейшие силы что-либо совершать, какие-либо поступки совершать. Мы все это доказали разумом, разум нам все это подсказывает. И то, что то сомнение, которое было озвучено ранее, оно является всего лишь сомнением, которое противопоставляется доводам и аргументам разума неопровержимым, однозначным и несомненным аргументом и доводом разума. То есть мы здесь сталкиваем друг с другом сомнения и уверенность. И во всех подобных случаях нам необходимо разрешать сомнения, находить ответ на сомнения, а не отрицать и отворачиваться от уверенности. Потому что мы совершенно уверены, что Он един Созидатель как творец. Но сомневаемся, потому что мы привыкли приписывать те или иные следствия людям, или вещам, или событиям, которые мы наблюдаем вокруг себя. Мы видим, что до сих пор, пока человек не совершит то или иное действие, мы не получим того или иного результата. И тот или иной результат мы получаем только то после того, как этот человек совершит этот поступок, это действие. Например, мы прекрасно знаем, что свет в комнате никогда не включится до тех пор, пока мы не включим его, пока мы не совершим определенное действие, которое приводит к этому результату. И мы привыкли, что каждый раз, когда мы совершаем это действие, когда мы нажимаем включатель, Каждый раз после этого действия свет включается. И в результате этого у нас складывается впечатление, что мы являемся причиной того, что свет включился, что мы являемся причиной этого, что мы можем быть причиной тех или иных следствий. И подобное происходит на протяжении всей нашей жизни каждое наше действие мы связываем с каким-либо следствием, считая, что это следствие на самом деле является следствием этого поступка. И точно так же мы подобно наблюдаем и в вещах, в предметах и в существах. Например, мы чувствуем жажду и знаем, что жажду утоляет вода. И мы видим, что после того, после испития воды жажда утоляется. Мы видим, что до тех пор, пока мы не воспользуемся водой, жажда не утолится. И после этого у нас появляется ощущение, представление, что именно вода утоляет жажду. Но дело в том, что... Все это не является причиной ни мы, ни вода, ни кто-либо другой, ни что-либо другое не является настоящей причиной этих следствий. Единственная причина всех этих следствий – это единый всемогущий Бог. Но вы можете спросить, какую же роль тогда играем мы и наши действия, и вещи, существа, предметы играют, какую же они роль играют в тех или иных следствиях. Ведь мы ясно и четко и для нас неопровержимо то, что они какую-то роль играют. Это совершенно верно. Они играют роль, но они играют роль условия то есть они подобны условию. То есть как будто бы Бог поставил условие, что не утолит жажду человека до тех пор, пока в его организм не попадет вода. И точно так же со всеми остальными действиями. Другими словами, на самом деле все наши действия, все предметы, они играют роль условия. А истинной причиной, настоящей причиной всего, всех процессов, всех действий, всего совершенного во Вселенной, в мироздании, причиной всего, без исключения абсолютно всего, причиной всего является Он. Единый Творец, единый Создатель, единый Бог. А все остальное играет всего лишь роль условия. Конечно, современная наука может утверждать совершенно обратное. Современная экспериментальная эмпирическая наука утверждает и может утверждать обратное. Но дело в том, что проследить экспериментальным методом, проследить этот процесс и добраться до истины практически невозможно. Это возможно только исключительно посредством разума, так как было продемонстрировано в начале этого нашего занятия. Только разум может дать это понимание, эту истину. Почему? Каким же образом наука, экспериментальная, эмпирическая наука не способна понять? Потому что экспериментальная наука исследует вещи посредством следствий. То есть если вы нажимаете на включатель и загорается свет, то наука делает вывод, что это именно вы включили свет. И второй раз, когда вы нажимаете, наука еще больше убеждается. И чем больше это повторяется, тем больше уверенности обретает наука. И только так, и никак иначе, действует наука. То есть, если бы реальность заключалась в том, чтобы все это было условием, а не реальной истинной причиной, то есть, если бы на самом деле ваши движения на самом деле не были бы причиной, а были бы условием, то наука через экспериментальный метод, через эмпирический метод никогда не смогла бы докопаться до истины. И поэтому нам в этом вопросе необходимо обращаться к разуму. И разум однозначно и неопровержимо доказывает, что Он Бог единый, является единым Творцом и Созидателем. Все остальное является всего лишь условием. Потому что это условие имеет определенную мудрость. В этом условии заложена определенная мудрость, и нетрудно понять, что за мудрость заложена в этом, в том, что все остальное является условием для чего-то другого. Попробуйте поразмыслить на этом, над этим вопросом. На этом все. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи,